Сегодня 20 октября. 20 октября 1908 года в Самаре был зарегистрирован устав общества по строительству нового поселка, получившего впоследствии название Зубчининовский, по фамилии разработчика данного устава инженера Евгения Зубчининова. Поселок этот задумывался как зона высокой нравственности и культуры. Устав запрещал возводить гостиницы, фабрики, игорные дома и питейные заведения, зато здесь появилось много деревьев и других зеленых насаждений. Ежегодно 20 октября отмечается Международный день авиадиспетчера и Международный день повара. В России сегодня празднуют День военного связиста, а еще сегодня Всемирный день борьбы с остеопорозом. 20 октября были рождены советская актриса театра и кино Людмила Макарова, советский российский писатель-фантаст Еремей Парнов, советский российский футболист и футбольный тренер Дмитрий Оленичев и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Сергей Зимний. Наши предки не удивлялись первым морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если в эту пору выпадал снег, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали не раньше, чем на Матрёну 22 ноября. Этими и многими другими памятными событиями вошел в историю 20-й день октября. Всего вам самого доброго!